Кто-то пришел, стучится. Дверь открыта, и в дверях стоит. А там машина какая-то красная. Интересно. Под окном стоит один, а другой здесь. Кто такие? Чего надо? Знать не знаю. Около дома, около окна стоит. Я ничего не слышу. И кого я буду запускать, зачем? Все заперто. Один глухой, слепой, плохо вижу. А запусти и не выгонишь.
Никто не звонит, ничего. Могли пойти, если кто, телефон позвонить. А кому открывать? Видно, что совершенно незнакомые люди. Ну, вот открыл дальше что? Если это из органов, у них обязательно есть телефон. Они могли бы позвонить. Главное, не слышу, разговаривать ничего. И вижу плохо. Значит, чего ждут? Один дверь держит, а другой стоит. Так сколько их там, откуда я знаю? Там машина еще красная стоит, вот она. Главное, через дверь. Даже жена звонит, стучит, я никогда не могу понять, кто, и не открываю. Рядом прямо то соседи, вот рядом вот, вот ограда наша идет, и прям к его дому, к соседу, прямо не сворачивая. Пошел за хлебом, домой приходят, бабу убили, зарезали. Мы рядом живем с такой неприятностью. Значит, двое. Очень сильно охота им попасть сюда. Никто не отвечает им отсюда. Что делать? Что они, окна выбивать будут? Там решетка. Какой-то человек идет. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мне надобности нет никакой открывать. Дом, говорит, моя крепость. Помолился, опять сижу. Они ходят и не знают, что сделать. Видно, что они не ожидали такого. Все, ищут кого-то или что? Красная машина, я такую даже не знаю. Кто это может быть? Мы тогда трое были дома, кажется, и не открыли. Они пошли, доску захватили, утащили. Ясно дело, что эти люди. Стучит опять. Господи, помилуй, спаси. Будут спрашивать, почему не открыл. Да как почему не открыл? Я не знаю, кто. Чего я буду открывать-то? Как ни крути, мне 79 лет уже. 10 июня. Я бы открыл. Два человека стоят. Они могли бы что-то сделать крупно, написать, в окно поставить. Прочитатели, я бы им телефон дал свой. Переговорили. Нет никого. Все, закрываю.
Вот все, ходят. Два молодых человека, или, я не пойму, там женщина в брюках, или кто. Полицию вызовем. Экстремистская деятельность.